вот это уже мы наверху на этой пляцовке. Перед этим собором. Вот он. На роликах катаются даже. Ну, такие не слабые, не слабые. Вот толпы зевак. Даже, возможно, туда можно войти внутрь без чарджа. Зараз поглядим. Ну, вроде да. Вот мы выходим. Такая замаскированная колоночка. Да, замаскировали так, что можно и не зауважить ее. Тут так само такая же. Цікаве рішення.
Старопорт. Окей, дякую.